Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, снимаю свои сюжеты в Ильинском районе Пермского края. Вот у нас что получилось из 50 яиц. Получается, у нас 20 было гусят. 7 изначально сразу же были задохлики в яйцах. И 2 еще потом умерли. Один сразу же после вылупления, а второй примерно в течение недели. Осталось у нас 11 штук. Вот таких вот маленьких гусят. Мы их стали выпускать уже. Им сегодня 2 недели. Выпускаем на травку. Пощипать травку. Гуляют красавцы. Черноглазенькие. Если наши все голубоглазые, то эти все черноглазые. И нос у них немножко с горбинкой. С гор спустились, понимаешь? Вот такие вот. Ну, здесь, насколько мне сказали, что изначально у них была порода, они покупали ее как линда, но она была не линда. Там серые с белыми были гуси. И она еще прикупила потом итальянских гусей. Вот это вот что-то между серыми, линдой и итальянскими. Получилась вот такая вот порода. На этой неделе у нас еще одно хорошее событие. У нас родила наша венгерская мангалица. Только почему-то всего лишь 2 поросят. Ну ничего. Первый раз она рожает. В дальнейшем будет, я надеюсь, что побольше. Пока еще даже не смотрели, кто. Девочки, мальчики. Сейчас я их покажу вам. Так, вот у нас счастливая мамаша. Вот у нас эти 2 хреньки. 2 мелкие хреньки, полосеньки. Такие вот полосатики. Ну вот, всего лишь 2. Ну ничего, она у нас первый раз рожает. Мамонька. Счастливая мамонька. В дальнейшем я сниму видео, скажу, кто там у нас. Хрячки или свинюшки. Остальных поросят всех отсадили от нее. Тоже случайно увидели, что она рожает. По идее, ну, ее, видимо, по весне покрыл. Вот этот вот наш чернышевский борзый стал такой. Толкается, ругается, толкается, да? Чернышевский, а чернышевский? Перышко что-то у тебя? Откуда перышко ты взял? Кусок. Вот такие вот хрюшки, свинюшки. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливо.